Здравствуйте, наши дорогие подписчики! Мы рады видеть вас на нашем канале. Сегодня я вам расскажу о новом турецком сериале «Мистер Ошибка». Самовлюбленный Асгюр однажды повстречается с Эсги, которая в мужчинах видела только разочарование. «Мистер Ошибка» – это турецкий сериал, выполненный в жанре романтической комедии. Это история двух молодых людей и отношений между ними. Как это часто случается в комедиях, их характеры и взгляды на жизнь очень сильно отличаются. Имя Асгюр переводится как «свобода» или «независимость». Наш главный герой, роль которого исполняет Джан Яман, полностью соответствует своему имени. Он управляет одним из ресторанов. Асгюр подчиняется только своим желаниям и прихотям. Чаще всего ему удается добиться своей цели. Однажды ему будет суждено повстречать на своему пути девушку по имени Эсги. Она умная, воспитанная и хорошая собой. У Эсги уже были отношения с мужчинами. Однако после этого девушка полностью разочаровалась в мужчинах и больше не ждет ничего хорошего от любовных отношений. Съемки намечены на начало мая. Если ничего не помешает, то премьера первой серии состоится летом на канале Fox. Альтернативное название сериала – «Мистер Неправильный». А я вам напомню. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и обязательно пишите комментарии. И просьба, смотрите наше видео до конца, потому что в конце очень часто мы будем говорить и рассказывать о новом турецком сериале. До скорой встречи!